Was ich hier so zum С плакатом берем, потом второй дедуль стоит на груди. С плакатом мы быстренько всех начинаем брать. Всех. Это наша территория, понятно? Ваша же жизнь была наша. Смертным боем. В Донецке отлавливают подачек. Россия же войну разжигает. Россия. И правильно делают. Они Украина. Ничего мы не разжигаем. Вы где территория? У меня территория Россия. Россия, вот правильно. И все. Мне не надо на Украину лезть. А вы не лезете. А я не лезу. Сюда. Мне хочется здесь порядок они навести. На Крым прилезли. Они сейчас сюда прилезли. Кто прилезет? А вот это мразь бендеровская. Она сама не знает. Бендеровцы вон там в Кремле сидят. Вон фашисты в Кремле сидят. Идите, выгоните их отсюда. А что Путин сидит. У нас за стеной живут такие бендеровцы. У вас есть достойные собеседники? Я не он. Простите, у меня 100 задержаний. Нет войне! 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 Путин враг России и Украины! Нет войне! Нет войне! Нет войне! Нет войне! Нет войне! А что ж бабушку не арестовываете? Вы же первые пойдете. Что? Проходим, проходим, граждане. Нет войне! Нет войне! Что делаете? Так, расходимся! Мне кажется, на все остальные можно было не ходить, никакие вообще митинги, а сюда нужно было прийти. Потому что против войны проще всего понять. Ведь у нас же есть это, ну, с молоком матери впитанное отвращение к войне, в принципе. Мне кажется, такая простая, понятная мысль. Там, ладно, объяснить там про Путина, про государство, про политику. Все сложно человеку объяснить. И объяснить человеку, что война – это не то, что нам нужно. Мне кажется, так просто. Ходят, ходят, костюм! Пускай. Военный преступник ходит, ходит, костюм! Отвлекай! Да, помогай! Перестаньте, ну ведите себя как люди, ну как вам не стыдно? Ну что вы делаете? Будет небо, пусть всегда будет мама, пусть всегда буду. НТВ, уйди отсюда, НТВ, уйди отсюда. Это не папка. Это... Моя папка, уйди! Она деньги! На дорогу, пожалуйста! За что? Так а что вред? Скажите, за что? За руки? Что значит 008? Вы не представляете? Я говорю 008. Все. Это мой сын. Отдайте мне мой сына. Олимпийские чемпионы по захвату граждан. Вперед!
нашу свободу. Я ничего, я... Я тоже говорю правильно, боже мой. Россия должна быть без жидов и от Карпат до Аляски. Пошел отсюда! Гад антисемит, пошел отсюда! Пошел вон! Иди, ну! Жидов. Он сеет эту рознь. Я подкарпатский русин. Пошел отсюда, фашист. Фашист и антисемит, ксенофоб. Пошел. Сейчас я их... Сейчас я их...